Всем привет! Сегодня я буду играть в Roblox. Побег из пятерочки. Как у вас дела? У меня нормально. Тут какое-то разбитое стекло. Тут какая-то газировка. Чипсы, еще какая-то газировка. Пицца, пончик, бургер. А тут еще какие-то газировки. Так, тут камера и лестница. А тут лазеры. Тут нужно осторожно проходить. И еще тут лазеры. А здесь нужно выбрать правильную штуку, чтобы не упасть в эту лаву. Или что это? Что это такое красное? Лава, скорее всего. А тут логотипы пятерочки. Тут нужно на них прыгать, чтобы не упасть. Тут снова лестница. А тут какие-то бочки с какой-то зеленой жидкостью. Так, тут снова какие-то вкусняшки. Так, например, тут снова пончик какой-то. А тут снова лазеры. Еще тут какие-то ящики. Здесь снова лестница. Здесь нужно выбрать правильную сторону. Так, тут нужно аккуратно пройти. Тут снова какие-то штуки. И тут опять лазеры. Так, теперь мне нужно стать маленьким, чтобы попасть в служебное помещение. Так, нам осталось совсем немного пройти испытаний. Тут какие-то лужи. А тут книги. И тут еще какие-то карандаши. Так, линейка. Полка с книгами какая-то. Вот снова лазеры. Лазеры, лазеры. Все, мы прошли с вами, ребята. Тут краски. А тут еще можно изменить свою скорость. Здесь есть еще тропы.
О, тут доширак. Кто любит доширак, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!